Точки. И сейчас я вам покажу, я уже на даче, как я их совместила. Вот у меня такой браслет. Глаза, ну я смотрю, 12 тысяч пар. В Лашином рынке встречать друзей, ну потому что я-то, да, к вам сейчас уже, да, друзья. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Елена. Я стеснялась, но я решила подойти, чтобы пожелать вдохновения, чтобы вам было интересно. Ой, не стесняться нечего. Я вас всех люблю, потому что меня смотрят, кстати, очень замечательные люди, замечательные женщины. Потому что вы замечательная. Ой, ну нет, это вы... Вдохновение, и чтобы... Спасибо огромное. Еще только скажите, что вам больше всего интересно? Какие темы? Мне интересны винтажные броши, чешские, в частности. Все-таки блошиные рынки, вот такие вещи. Дачи не очень. Ну, вот лично меня как-то меньше. Ой, уже встречаю, прямо никто не очень хочет. А вы уже на пенсии, да, или работаете? Да, я на пенсии, но я продолжаю работать. А, ну, продолжается работать. Это увлечение у меня последние годы очень меня захватило. Ой, ну как приятно, как приятно, тем более такие приятные женщины, просто вам всего самого хорошего, удачи тоже. А вы бы фотографии свои присылали, какие у вас есть, вы собираете? Не стесняюсь, я больше смотрю. Не стесняйтесь, я вам могу выслать свой этот, почту свою. Пишите, напишите. Все, спасибо, до свидания, вам всего хорошего. Как приятно встречать старых знакомых и новых. Сейчас еще раз, уж извините. Нет, судьба, судьба. Викочка, да? Вот, новые знакомые, старые знакомые. Большое спасибо, прям так рада увидеть. Как поживаете-то? Да ничего, нормально. Работаете? Какой работ? Маш, ну мне 72 года. Сколько? И что? Нет. Люди бывают, муж что? Работает. А? Муж работает, у меня внуки, у меня их трое. Ну, с внуками, да, с внуками хорошо так сидеть. Уже вот 21 исполнилось. И вскоре на этом же рынке я встретила третью свою подписчицу. Правда, она оказалась уже не покупателем, а продавцом. И вы видите товары, которые она продавала. Она узнала меня по голосу, но просила не снимать ее лицо, поэтому я снимаю лишь разговор небольшой с ней, вот фрагмент этот, разговора. Да. А как вы отличаете? Вот я вообще не отличаю. А вот это? Две. А вот это? Две. Это старый винтаж американский. А вот этот флакон красивый зеленый. Тоже Адама и Ева редкий флакон. 5 тысяч.
сам мой сад, он в стиль шебешик. Я кончала дизайнер. Да, я смотрю, ландшафтный там дизайнер. Скатерть какую-то вы покупали. Да, ковер да, на 100 да. рублей. Это в Александрове, а ковер здесь я покупала, да, на этом рынке. Ой, ну как здорово, спасибо вам огромное. И удачи, чтобы все было у вас хорошо. Спасибо. Спасибо. Прям вот вообще что-то на этом рынке уже третьего подписчика смотрю. Но очень приятно, конечно. Дорогие мои друзья, я вас всех очень люблю. Я так обрадовалась нашей встрече, что не все получилось снять качественно. И вообще не все получилось снять. Эмоции настолько захлестнули меня, что я потеряла бдительность. И у меня на этом рынке в этот день украли кошелек. Но все это ерунда по сравнению с тем, сколько я получила радостных эмоций, потому что я безумно рада, что встречаю своих подписчиков. Я очень вам рада. Я вас очень люблю. Вот Куазане, смотрю, 12 тысяч пара. Очень красиво. Графинчик 900 рублей, а что очень красивый, очень супер. По 1000. А вот смотрите, здесь по 300 рублей. Такой шикарный наперсток, как мне нравится он. И браслет черный. Не знаю. Красиво. Старая Франция, конец 19-го. А сколько стоит? 25. Ну, она шикарная, конечно. Это здесь работа какая-то. Шатро 800. Видите, символ следующего года. Красиво. Такие мы шатры стояли. Тарелку вот из Челси, 80-й год, уже делала фильм на эту тему, но вообще да, уникально. А сколько за они, сколько? Они 12, в серии 12. Вот это месяц май, видимо, потому что ирисы.
другие нарциссы. Их 12 в коллекции. Да. Была на Тишинском рынке, так вот, женщина одна жила, вот, которая живет в Англии, она свою коллекцию выставила, там все были, все. Да, да, они очень красивые. А за сколько вы ее продаете? Эту? За 1700. Ну да, посмотрите. Кстати, недорого. Недорого. Вношу небольшую поправку. Эта коллекция тарелок в Челси выпускалась с 1981 года по 2001 год. И она выпускалась один раз в год, как раз к открытию выставки в Челси садов и цветов. И у меня с этими тарелками связано очень много воспоминаний. Это вообще часть была моей жизни. Винтажная выставка в Москве тесно связана с выставкой цветов в Челси. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о тарелочках, которыми награждают победителей на конкурсе в Челси. Так, Камиля японская. А здесь у нас орхидея. Посвящена она, кстати, столетнему юбилею первой конференции орхидей, которая состоялась в Кеннингстоне, районе Лондона, 12-13 мая 1885 года, которую меня наградили на выставке в Челси. И хочу отметить, что каждый цветок, нарисованный здесь в букете, не просто так. Он имеет свое особенное значение. Мне он намного больше нравится, чем я видела на блошином рынке. Вы видите, какие здесь нежные цветы. Это уже 1999 год, накануне 2000 года, а мы были как раз в знаменательные годы 1999 год и 2000 год. И как раз тогда в Челси были представлены все сады, которые определили развитие дальнейшее садоводства во всем мире. Там были самые знаменитые на тот момент дизайнеры всего мира. И мы туда приехали по личному приглашению сэра Саймонда Хорнби. Было очень красиво, у нас был прием, нас пригласили в шатер на Five O'Clock и подарили нам еще и книгу. Сейчас я вам покажу ее. А перед этим я покажу, что написано вот с этой стороны. Королевское общество садоводов, 1990. И так называется этот букет, букет Британии. Художник Сирил Шерлок, а завод-изготовитель Ройл Долтон. Букет объединил в себе красоту английской природы и монархическое наследие. В нем прекрасно соседствует простой полевой клевер с аристократическими розами. Роза королевы Елизавета – эта роза по праву считается одной из самых величественных роз в мире. Ниже сорт королева-мать. Почвопокровная роза с нежно-розовыми цветками, с эффектными золотыми тычинками была выведена в Германии в 1990 году и по случаю 90-летнего юбилея названа в честь королевы-матери. Клематис, принц Чарльз, великолепного светло-лилового цвета, был выведен в Новой Зеландии и в 1986 году доставлен в Великобританию. Клевер – многолетнее травянистое растение, которое на протяжении веков выращивали на корм скоту. Клевер является самым хорошим медоносом. Клеверный мед относится к числу лучших. Он прозрачен, с тонким ароматом и нежным вкусом. Клевер, трилистник, является символом Ирландии. Святой Патрик использовал лист клевера для объяснения таинства Святой Троицы, поэтому в день Святого Патрика принято украшать головные уборы веточками клевера. Лютик считается типичным для английского пейзажа. Существует поверье, что тот, кто найдет лютик, там он принесет богатство. Thank you.
еще пойдем, может быть, когда сейчас освободится место. Долго наблюдала за этой девушкой с голубыми волосами, мальвиной, и решила подойти к ней познакомиться. Вообще меня заинтересовали ее картины, потому что они такие яркие, в стиле примитивизма, но и мне заинтересовало, из чего же они сделаны. Оказалось, это такая рогожка, типа мешковина, в нее вставляются вот такие вот тряпочки маленькие. И вот из этих вот маленьких тряпочек как бы набирается вот эта картина. Но вообще мне это очень понравилось. Вот. Вот готовят ленты в брюге, да, и соединяют бриды. Это вот, видите, вот эти вот тонкие, которые вперед иглой шьются. Ну, мы взяли, это вот соединяем на круглый стол. Спасибо.